двигатель 1.4, автомат, передний привод, комплектация Style. Все так? Нет, Ambition. Ambition, да? Да, и там у меня, вот когда я оставлял заявку, там к имени рядышком я приписал две опции. Да. Вот. Это обогрев задних сидений, ну, зимний пакет с обогревом задних сидений, и там еще опция, складывающаяся из багажника сидения и центральный подлокотник задний. Вот. И обязательно синий цвет. Вот. Ну вот такие специфические требования. У вас просто на сайте нет готового фильтра, так чтобы их сразу выбрать. Вот, сходу не нашел. То есть, давай, я предлагаю вам поставить, другие варианты не будем рассматривать, поставить это вот в ваш там фильтр, поиск, если что-то появится вот именно такое, вот, без доп. Оборудования, да, то присылайте мне информацию, как бы, вот так вот я предлагаю вам. Так, понял вас, Василий. Я вам сейчас расскажу в двух словах о нашем сервисе и о том, как мы работаем. Ну, как вы уже поняли, мы клиентский сервис подбор автомобилей. Благодаря нам можете быстро подобрать и выгодно приобрести автомобиль у официальных дилеров. Работаем таким образом. Вместе с вами формируем заявку по вашим критериям. Я ее отправляю в дилерские центры, наши партнеры. Они уже с вами связываются и делают свои предложения. Вы выбираете из них наилучшее для себя. Мы, в свою очередь, смотрим за соблюдением ваших интересов. А, вот. Это все для вас совершенно бесплатно. И в случае покупки с нашей помощью вас ждут интересные подарки разнообразные, которые указаны на нашем сайте. Но сейчас самый популярный — это скидка 20% на каско. Я понял. Смотрите, вот очень важно, чтобы мне звонили только потому, вот что я заказывал. Вот с этими, конечно, опциями, конечно, все. Никакие, да, другие, да, варианты, да, из доп. Оборудования, то есть любое доп. Оборудование не нужно мне предлагать. Вот это ключевое условие. Понял вас. Конечно, я все это, естественно, укажу в ваши, ну, в той заявке, которую отправлю в дилерские центры, и они уже будут делать там предложение, исходя из ваших пожеланий. Мне еще надо вам задать несколько вопросов, да, и уже все. Да, да, слушаю. Так, планируете оформление автомобиля на себя, на фирму, на родственника? На себя. Покупка будет с кредитом или без кредита? Ну, если в ближайшее время, то с кредитом, если затянется, я готов ждать несколько месяцев, то уже без кредита. Понял вас. Так, скажите, самостоятельно каким-то дилерам уже звонили, приезжали в Москве? Ну, только вот автоспеццентр Химки, ну, я имею в виду по этой конкретной машине? Да, ну, вообще, да, по Шкоде. А, вообще Шкода. Так, 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 не, ну, в автоспеццентр Химки приезжал, но там что-то сейчас нету. Понял вас. Фамилия, имя, отчество скажите полностью ваше. Феофанов Василий Владимирович. Какие-то другие там альтернативы вы не рассматриваете? Ну, я, да, же прямым текстом сказал вам. Ну, все равно должен спросить. Все тогда хорошо, заявку я отправляю, ожидайте, в ближайшее время дилеры с вами будут связываться, mm-hmm, делать свои предложения. Обращайте внимание, что если будете все-таки с помощью кредита приобретать, на то, что в некоторых продуктах может быть еще дополнительное страхование жизни и каска включено, что сказывается на месячном платеже, всегда этот момент уточняйте. Спасибо. Все, спасибо вам. Я вам позвоню уже завтра, расскажете, как прошло общение, удалось подобрать какой-то вариант. Да, пометьте, чтобы мне звонили в будни после 19. Ага, то есть сегодня вы готовы принять звонки после 19? После, да? Ну, в будни вообще, в любой будни лучше после 19. Либо до 10, а либо после 19. До 10 утра, там, либо после 19 вечера в будни. Так, а завтра в субботу? Ну, без проблем, звонят, пускай, да. А, все, понял, хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания.